Друзья, всем привет! Для начала я представлюсь, меня зовут Александр Блинов, я автор и основатель нашумевшего проекта «Статус 7.0». Хотелось бы поговорить о цифрах, чего мы добились за последние два месяца. За последние два месяца регистрации в нашем «Статус 7.0» боте более 100 тысяч. Из них более 43 тысяч людей, которые активировали статусы. Из них более 3 тысяч – это лидеры сетевых и классических направлений. Также хотелось бы отметить, что более 10 тысяч наших партнеров за последний месяц заработали от 5 тысяч до 4 миллионов рублей. В ближайший месяц нас ждет грандиозное событие – официальный старт нашего проекта «Статус 7.0». Что подразумевает официальный старт нашего проекта? Это полностью рабочий функционал нашего бота, все кнопки будут работать, это наша реклама в нашем рекламном телеграм-канале, это целевые доли, это запуск классических бизнесов и создание рабочих мест. Хотелось бы объяснить, почему старт нашего проекта затянулся, уже идет третий месяц. Это связано с тем, что наш бот снаружи выглядит очень прост, интуитивно понятен интерфейс, но внутри он очень сложен, и команда наших программистов работает днем и ночью 24/7 для того, чтобы бот был максимально удобен и приносил вам пользу и радость, чтобы не было никаких ошибок, багов после официального старта. Ваша задача до официального старта, то есть ближайшие там 2-3, максимум 4 недели, использовать наши возможности по максимуму. У нас есть экстра бонусы, у нас запускаются различные акции, включая годовые экстра бонусы в размере 500 рублей, 3000 и 5000 каждый день, 365 дней получит счастливчик наших акций. Поэтому максимально используйте, занимайте максимальное количество статусов, то есть активируйте их, приглашайте людей. Я лицо медийное, я всегда на связи, показываю, рассказываю, на все ваши вопросы отвечаю. Готов работать в глубину до бесконечности, участвовать в ваших внутренних зумах, в общих зумах, конференциях, вебинарах. Поэтому используйте эти последние 2-3-4 недели. Желаю всем профитных чеков. Время созидать.